Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Таша Муляра, вы на моем канале «Жизнь без дублей». Сегодня Троица, и такой прекрасный солнечный день. И вы знаете, я решила не публиковать сегодня текущий выпуск, который я записала для вас 2 дня назад. И вообще он должен был выйти еще вчера. Но вчера я его тоже не стала публиковать, потому что очень плохо себя чувствовала. И еще к нам приехали сын со своей девушкой. И, в общем, все мы здесь дома, столько народу. Вот, сами знаете, когда дети приезжают, то у матери нету возможности отдыхать. Вот, а у меня так болит спина, просто жутко. Ну, в общем, клумба, большая клумба вместе с тачками дала себя знать. Не прошла, так скажем, бесследно. Вот, поэтому вчера я реально просто еле ходила. Нужно было поехать в Александров, купить продукты, в общем, подготовиться к приезду. И молодежь наша приехала поздно. Один после учебы, другой после работы. В общем, почти в 10 вечера. И, соответственно, пока мы стол тут собрали, пока посидели все, наболтались. В общем, все прошло очень душевно. Зато у нас было испытание кухни. Вот, может быть, за мной видно. Видите, мы разложили стол в овальный. И прекрасно за ним все впятером поместились. В принципе, поместились бы и вшестером. Вот. А сейчас хочу с вами выйти в сад, показать вам, как все-таки шикарно расцвел пион, несмотря на мои переживания. Ну и, конечно, поздравлю вас с праздником и покажу там у нас во дворе еще кое-что новое. Сегодня будет такой небольшой выпуск. Вот, потому что спина продолжает болеть. Дел куча, лежать шансов нет. Вот, завтра будет понедельник. Надеюсь, что завтра я смогу отлежаться, а вы посмотрите выпуск про то, как к нам с инспекции приезжали дизайнеры с таким с контролем, дизайн-контролем, вот, и как мы показывали, как мы сделали эту кухню, проговаривали нюансы, что нам в процессе нравилось, что нам не нравилось, и там в следующем выпуске, это завтра, да, будет такой один момент, в общем, такой конкретный глюк мы тут нашли у нас на кухне, но это все будет завтра. А сегодня давайте вам покажу и посмотрим, что у нас еще расцвело, посмотрим, какой чудесный день, ну и поздравим друг друга с этим замечательным, волшебным, чудесным, да, светлым праздником. Пойдемте. Пойдемте во двор. Когда мы с вами выйдем во двор, первое, что мы увидим, это... Ну, первое мы увидим, конечно, сахарка, который лежит около своей мисочки. Валера с ним уже погулял. И он лежит такой грустненький, ждет, когда я его покормлю. Да, Сатуша? Да. Компотик, кстати, еще не приходил. Сейчас 10 утра. У него еще чего-то не было. Ну и увидим мы с вами долгожданную композицию. Нам вчера привезли, наконец, все наши арки, заборчики, шпалеры, которые я заказывала. Ну и в связи с этим нас ждет впереди колоссальный объем работы, потому что вот это надо все покрасить и установить. Вот. Очень мне нравится, как получилось. Вот с одной стороны такие шурупы, это с внешней стороны арки, ой, шпалеры. Ну, точнее, это с внутренней стороны шпалеры, это что-то я неправильно говорю. Посмотрите, все из какого конкретного бруса сделано. Вот очень хорошее качество, очень нам понравилось. Есть чем нам заняться, как обычно. Легких путей не ищем. Ой, а вот и компотик пришел. Он, видно, услышал, что я вышла. Компоша. Да, мяу. Скажи, пойдем есть давать. Да, ой. На солнышке киса. Кису, кстати, будем стричь. Записала я его на груминг, потому что, несмотря на то, как я пытаюсь его чесать, он, во-первых, вообще не дается. И, во-вторых, в общем, в колтунах он у меня, конечно. Вот здесь вот у него прям колтуны.
на попе и на пузе. Поэтому записали его на стрижку. Да, повезем его на следующей неделе на груминг. Такое слово прям модное. На груминг кота повезем. Да, вот, видите, кот решил помыться. Довольный во всех отношениях кот. Да, солнце сегодня, конечно, шпарит, жарище жуткое, а я со своей спиной даже не смогу пойти искупаться. У нас уже все открыли сезон в нашем пруду местном. Я все ждала сначала один раз, когда у меня спина пройдет, потом другой раз, когда у меня спина пройдет. А спина так... Ну, конечно, если ее так нагружать, так она и не пройдет, так скажем. Вот, но я все... Пью, принимаю, все делаю, не переживайте за меня. Сейчас даже вот с утра, вчера я вообще еле ходила. Вот, Валера мне помогала садиться и вставать, и вообще. Вот, но сейчас смотрю, вот вроде утро, знаете, а утром, когда спина болит, утром так вроде расходишься, и получше становится. Вот, так что надеюсь, что мне станет сегодня получше. Вот, смотрите, у нас распустилась первая роза. Сорт, не помню я, что это за сорт у меня. Вот, но она, на мой взгляд, вот, ну, красивая, конечно, но она очень быстро, вот из стадии бутона, вот видите, бутон, переходит вот такое полное раскрытие с желтой серединкой, вот, красивого розового цвета, как я люблю. Будет большой куст, она, в принципе, видите, достаточно высокая. Еще вот-вот зацветет маленькая роза оранжевая. И та роза, которая плетистая, у нас вся стоит в бутонах, тоже она начинает раскрываться. Вот, смотрите. Вот, один бутончик и второй. Так что я думаю, завтра вот еще один и еще один. В общем, скоро прямо вот-вот-вот со дня на день здесь все... будет в цветении. Вот эта роза цветет очень красиво, у нее большие такие цветы. Ирис продолжает меня радовать. Потом даже расцветает. Один бутон я оставила на новой розе, которую мы тогда сажали из вот этого питомника. Даже очень интересно, что в результате получится, нет ли пересорта. Но, кстати, хочу сказать, вот за счет того, что я обрезала на ней остальные бутоны и не дала ей цвести, она сразу, видите, выпустила вот такие прямо крепкие, мощные побеги. Так что это было, в общем, правильное решение. Ну, такая у нас с вами небольшая прогулка сегодня. Вот. Все-таки, когда болеешь, конечно, настроение совсем не то, и энергии в тебе не остается. Ну, вот он, мой великолепный куст пионов, который прямо порадовал меня на троицу практически раскрытием, можно сказать, всех бутонов. Вы совершенно верно писали в комментариях, для того, чтобы цветы были крупными, нужно срезать деток. Я, в принципе, так и делаю, потому что у меня на каждом цветоносе деток было по несколько. Я их посрезала, оставила максимум по две детки. Ну вот в этом месте вот у меня, видите, три. Но вы посмотрите, это два цветка раскрылись одновременно. И вот еще тут третья детка. А зато какая получилась в результате шапка. Ну то есть прямо цветет он шапками. Очень крупными, красивыми. И такой аромат тут стоит просто нереальный. Так что для всех любителей пионов эти кадры шикарные. Хотелось мне их запечатлеть, потому что, ну, все-таки пионы, конечно, достаточно быстро отцветают. Но этот момент, когда они цветут, наверное, ни с чем не сравнимый. Мне вот пионы нравятся даже больше, чем розы. А у вас какие предпочтения по цветам? В общем, прямо хожу вам, снимаю и сама наслаждаюсь. Еще у него такой цвет. Я не знаю, что это за сорт. Может быть, кто-то знает. Напишите мне в комментариях. Ну, в общем, это что-то с чем-то. Он прямо какими-то перьями. В этом году не срезаю, наблюдаю за ним с огромным удовольствием и радостью, которую, в общем-то, с вами сегодня и хотела поделиться.
клумба моя оживает, которую мы с вами сажали, и которая, в общем, и помогла моей спине со мной проститься в очередной раз. И все Анютины глазки, которые я посадила, все ожили, вот у них даже бутончики распустились. Они, конечно, намного мельче того, что я покупала, из-за того, что долго они сидели в контейнерах. Но все хорошо себя на клумбе чувствует. Я думаю, что еще через пару недель и сальвия тут зацветет, и алисум разрастется, и покажу вам тогда эту нашу клумбу. Ну, вот такая небольшая совсем у нас сегодня экскурсия. Да, вот я, смотрите, лавочки вот сюда переставила. Осталось мне их покрасить, но я так понимаю, что мы следующую неделю все будем заниматься покраской садового декора. Давайте еще в тепличку сходим. В тепличке у нас огурцы. Огурцы уже стали расти вовсю. Вот, кстати, у меня огурец изумрудный поток. Посмотрите, какая у него длинная зависть. Это должны быть длинные огурцы, очень длинные. Первый раз я посадила. Сама с интересом прям жду, что из этого получится. Ну и у Германа у меня уже пошли первые завязи. Я думаю, что прям уже послезавтра, наверное, можно будет несколько огурцов снять. Вот. В общем, здесь тоже все начинается, и даже уже есть достаточно большие перцы. Вот они. Смотрите, какие уже у меня перцы. И помидоры начали вовсю завязываться. Уже есть даже такая приличного размера у нас где-то была. Да, вот она, по-моему, зависть. Не знаю, на камеру я ее вижу. Да, вот она, первая зависть. Ой, я еще наклоняться не могу, поэтому... Залезла туда камера, а самой мне не очень видно. Ну, я рада была сегодня с вами встретиться. Пусть так коротко, пусть недолго, но надеюсь, что показала вам что-то приятное, красивое. Мы посмотрели пион, потому что а мгновения, они так быстротечные, и та красота, которой являет нам природа, она меняется с каждым днем. И я с всей души поздравляю вас, ваши семьи, ваших родных и близких с этим праздником с Троицей. Желаю мира, добра, счастья, любви в вашем сердце, в вашем доме. И давайте помнить о том, что мы пришли в этот мир для того, чтобы быть счастливыми. И что наша жизнь и все, что вокруг нас происходит, это само по себе есть чудо. Чудо, которое нам даровано свыше. Вот давайте ценить каждый миг, каждое мгновение этого чуда, находить в себе силы, желания, время, чтобы наслаждаться и удивляться тому, что мы видим вокруг нас, ценить каждое мгновение нашей жизни. И самое главное, наверное, это ценить те отношения, тех людей, которые пришли в нашу жизнь, потому что каждый из них пришел в нее не случайно. Ну, вот такое у меня получилось поздравление. От всей души вас с праздником. Да, и сегодня еще день медицинского работника, поэтому тоже от всей души я от лица всей нашей семьи поздравляю всех медицинских работников с их профессиональным праздником. Ваша профессия – спасать и помогать людям. Вот, вы все потрясающие профессионалы, специалисты. Ваша профессия очень-очень тяжелая. И вы каждый день отдаете и раздаете частичку себя людям. С праздником вас от всей души. Ну что, мои дорогие, до завтра. С вами была Таша Муляр. Желаю вам прекрасного дня в кругу вашей семьи, в кругу людей, которые вам дороги и близки. И до новых встреч на канале. Пока-пока.